Красную Поляну. В аквапарк Галактика. Вот горы. Температура за бортом 35 градусов плюс. Дорога сухая, видимость хорошая. Да, так 36. 36. Вон Илюшка. Вот он, Глинка. Еще не спит пока. Овечки. Маленькие овечки. Через 400 метров поверни.
какие там красивые грибочки. Да, аквапарк находится в горах. Ну что, ребята, идем? Вот мы и пришли в аквапарк. Сейчас будем купаться и кататься на горке. Наконец-то уже. Пойдем. Мы уже, правда, успели чуть-чуть искупаться. Да, ладно. Пойдемте покажем ребятам, что тут есть вообще. На детскую, пойдем. Сначала, пока плюшки у нас нет. Туда. Ангелину мы сейчас позовем. Тут с плюшками вообще проблемы. Тут раскладывают эти плюшки, как горячие пирожки. Держи, там вон, вот это все оранжевое.
Вот такие, вообще классные. Илюха визжал там вообще. Понравилось? Расскажи. Да, Эдуард, там еще такое темень. Там, короче, падаешь. Сначала падаешь. Там такое ощущение, что ты прям падаешь вниз куда-то, а потом тебя подносит в туннель какой-то, потом снова вниз, и потом вообще темно, 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 и ты потом выныриваешь. Ну вот, вот так, просто круто. Я хотела. 140 сантиметров сказали. Да. Тебе нельзя сходу. Танцы в воде. Все бурлит, варится. Дети решили сварить. Будет у нас суп с Илюхи и с Ангелинки. Когда они были в какой-то там луже или где они там, там тоже типа гейзер был. Когда это, Тимон вышел оттуда и гейзер прекратился. Похоже, Пумба, наверное, вышел. Да, да. Ведро
И вот это весь напор получается, он и летит на тебя. Пойдемте туда. Водяной детский городок. Но это, конечно, отсюда, я так понимаю, не видно, да, вот это ведра, как он там. Ну, вообще, очень классно, такое ощущение прям. Мама! Давай.
Это я так спускался, вас опрыгнул. Купались в аквапарк, то есть так было здорово. Мы на горках катали всяких разных, на каких только можно было. Ну это было классно. Если вам тоже понравилось, ставь лайк и подписывайтесь на канал Планета Земля. Пока-пока!